Сергей вот уже как 20 лет играет на ложках, танцует и поет. Вместе с коллективом «Рябинушка» представляет Клявлинский район. Под баяны «Две балалайки» артист прочитает стихотворение. Сам Сергей в этом деле уже ветеран и имеет много наград. От правительства Самарской области статуэтку хорошую по заложенному получил. Короче, здоровый образ жизни веду, занимаюсь спортом, занимаюсь домашним хозяйством и выступаю, по деревням ездим. Концертные программы представляют 4 района Самарской области – Богатовский, Борский, Клявлинский и Кинельский. В прошлые годы Тольятти и Самара показывали одну программу от города. Теперь выступает каждый район. По Самарской области их около 30. Каждый участник вкладывает душу в свое творчество. Их не заботят ни деньги, ни слава. Просто с душой и для людей. Председатель жюри отмечает высокий уровень, который не уступает и профессиональным артистам. Видно, что они готовились к этому очень обстоятельно, основательно. Вот. И вот уже прошедшие несколько программ фестивальных показали, что уровень значительно повысился, и мы просто получаем удовольствие, наблюдая вот за работой этих самодеятельных исполнителей. Пышные сарафаны, протяжные голоса. Через национальные костюмы и песни каждый коллектив рассказывает о своем крае. Талантливые мастера показывают культуру и быт народа. Через такие выступления сохраняются и передаются традиции. Напомним, что фестиваль «Рожденные в сердце России» стартовал 25 сентября и будет идти по 2 декабря. Следующий концерт пройдет 23 октября в Театре оперы и балета. Даниил Лучко, Константин Головин. События.